По сложившейся традиции, День города Новосибирска отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году празднование выпало на 26 число. Основные мероприятия, запланированные в этот день, обещают быть поистине масштабными. Впервые над городом пройдет крупное авиашоу, а в финале праздника состоится 45-минутный фестиваль фейерверков. Учитывая, что данные мероприятия захотят посетить в том числе и берчане, ОАО «Экспресс Пригород» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначает дополнительный пригородный поезд до станции Бердск. По завершению праздничных салютов и фейерверков мы организуем для пассажиров южного направления электропоезд, который будет курсировать со станции Новосибирск до станции Бердск. Мы рекомендуем нашим пассажирам совершить посадку непосредственно на остановочном пункте «Центр» и речной вокзал, которые расположены в непосредственной близости от набережной реки Обь и от площади Ленина. Таким образом, в южном направлении 26 июня дополнительно назначается один электропоезд с отправлением со станции Новосибирск-Главный в 23 часа 45 минут. Он же прибывает на станцию «Центр» в 23:51 и на станцию «Речной вокзал» в 23:56. На станцию «Бердск» электричка прибудет в 0 часов 43 минуты. Всю дополнительную информацию вы можете узнать на официальном сайте компании «Экспресс Пригород» www.expresspригород.ru и по телефонам 050 и 8 383 229 25 67.